Сейчас поговорим о косилках. Косилки предназначены для того, чтобы косить траву, либо косить ее в поле для того, чтобы в дальнейшем заготавливать корма, либо просто облагораживать обочины, территорию и так далее. Косилка навешивается на трактор, либо спереди она может навешиваться, либо сзади. Также косилки отличаются шириной захвата. Соответственно, чем шире косилка, тем большую площадь она может за единицу время обработать. Но при этом, чем уже косилка, тем в более узкие места с ней можно заехать и покосить траву. Также косилки отличаются исполнением. Бывает полевое исполнение, бывает дорожное. Если мы посмотрим на трактор сзади, вот здесь вот у нас вешается косилка. Здесь она каким-то образом крепится, здесь есть диски, которые косят. И вот у этой косилки есть угол наклона. И у полевых косилок этот угол наклона не ниже горизонта, для того, чтобы косить ровную полевую поверхность. Но если этот трактор, например, едет у обочины, и обочина у нас уходит вот так вниз, то для того, чтобы хорошо прокосить здесь траву, нужно сделать отрицательный угол наклона этой косилки, то есть чтобы она была ниже горизонта. И вот у косилок с дорожным исполнением крепление позволяет опустить косилку ниже горизонта и покосить эту траву, которая на обочине. Посмотрите, как работает косилка.